Салахаульский сельский округ – это 5 разрозненных поселков. Здесь климат более суровый, чем в центре Сочи. В эти дни селяне присоединились ко всероссийской акции «Сады памяти». Посадили более десятка саженцев сирени и берез. Символ уважения к героям Великой Отечественной войны. Напоминание, которое останется для будущих поколений. Акция – это личная история для Ивана Тарасенко. Воевал его прадед. На фронте был ранен и всю свою жизнь прожил в Салахауле. Своих земляков-героев здесь чтят и помнят каждого. До сих пор все-таки все ценят тот подвиг, который совершили наши деды, прадеды и вот наша школа тому пример. То есть мы действительно этого не забываем, гордимся очень этим, тем более, что это наши родственники там же и воевали. Когда дети уже будут, будем ходить, показывать, что вот в детстве занимались вот такими вещами. Идею поддержали все местные жители, особенно активно отреагировала молодежь. После занятий бежали не на футбол или за компьютер, а за лопатами. Сажали белоствольные березки несколько дней. Я считаю, что это важно, потому что, к сожалению, тенденция пошла на то, что мы, современная молодежь, мало видит тех ветеранов. Это мы, я, наверное, скорее то поколение, которое застало их еще. То есть они больше с нами общались. Сейчас в основном труженики тыла, ветераны, ну или вдовы там, и так далее. Мы воспитываем патриотизм в детях, в первую очередь это идет от нас. На фронты Салахаульского сельского округа в годы Великой Отечественной ушло более 300 местных жителей. Еще больше участвовало в партизанском движении. Более сотни бойцов остались на полях сражений. Для салахаульцев это будет не просто скверик, памятник на века. Ну, я думаю, что наши дети, вот, в частности, касается нашего Салахаульского сельского округа, это достойное поколение, которое растет. И смею вас заверить, что вот лично я, лично жители, которые здесь живут, все сделают для того, чтобы наши детишки в будущем, когда достигнут нашего возраста, также воспитывали в таком же духе своих детишек. Всероссийская акция «Сады памяти» станет одним из ключевых мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы. Количество деревьев по числу лет, прошедших со дня окончания самой кровопролитной войны человечества. Первые такие деревья появились в Севастополе, следом присоединилась Анапа. Эстафету принял Сочи. На территории города Сочи будет высажено порядка 600 саженцев и кустарников, это сирень и березы. Но сирень как символ мая, а березы это символ России. В основном это северные части города, ну, где лучше принимаются эти культуры. До 9 мая на курорте будут высажены 9 садов. Все возле мемориальных комплексов, рядом со школами, на улицах, носящих имена героев. А до конца года появятся еще 4 сада. Цель одна – чтобы новые поколения помнили о цене победы в миллионы жизней. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.